Телеканал КРТ представляє. До речі, хотів би від стабільної України до нестабільної Європи перейти. От нещодавно президент Франції Еммануел Макрон, він сказав наступне приблизно, що, знаєте, зараз стосовно від того, що пандемія в Європі, від цього коронавірусу, з'являється така ситуація, що нам, мабуть, потрібно закрити Шенген-зону до осені. Ну, як ви до цього ставитеся, якщо це дійсно відбудеться, і про що це свідчить? Чому? Що насправді настільки погана ситуація, тому що з деякими людьми я спілкувався з Германії, то вони казали, що насправді там немає таких страшенних якихось обмежень, вони не відчувають, що там зараз така страшна пандемія. Чем это может быть повязано? Если бы коронавируса не существовало, его было бы все-таки стоит придумать, поскольку в Европейском Союзе накопилось такое количество очень нерешаемых проблем. Авакова у них нема просто. Авакова у них нет, да, слава богу им. И может быть потому, что Авакова у них нет, то и наши топ-чиновники любят там рожать своих детей и размещать свои банковские сбережения и даже учить английский, туда убегать. Проблемы иммиграции. До вспышки коронавируса у нас тема номер один была Сирия. Да, и помните, как Эрдоган публиковал карту, как он будет отправлять своих беженцев и сирийских беженцев в Европу. Согласно того же французского гуманитарного права и миграционного, вот что с ними сделаешь? В Италии судят министра внутренних дел, который не пускал иммигрантов. Поэтому вопрос миграции, а тут под таким благовидным предлогом, можно решить. Плюс экономические проблемы. Осторожно, да может и не осторожно, Ливан заявил, что он не будет возвращать деньги, у них дефолт. Знаете, почему он сказал не будет? А может, у нас коррупция и деньги разворовали. Это намек вот кое-кому. Вот так и сказал. Италия очень просела по своим евробумагам. Очень мало осталось стран в Евросоюзе, которые сохраняют положительное торговое сальдо, это там Голландия, Германия, вроде и Италия, которые тянут на своих плечах всю Европу с их непомерной социалкой. И также мы можем говорить о восстаниях желтых жилетов. Проблем очень много, и сейчас распихать всех людей под домашний арест, выдавить неугодных, очень хороший шанс, почему бы и нет. В принципі, да, виходить, не треба там лазити, десь шукати цього злочинця, да? Прийшов просто до нього додому і забрав його. А друзі не будуть збиратися для того, щоб його відстаювати. А як ставитись до того, що взагалі в Європі дуже потужні зараз євроскептики? Ну, євроскептики, так. Деякі люди кажуть, що у них складається таке враження, що сам проєкт європейський, що він має закінчитись. Тобто він не має розвитку в майбутньому. І для того, щоб не визнавати, що цей проєкт закінчився, то можна так потихеньку сказати, що ми просто тут завершуємо нашу співпрацю у зв'язку з тим, що коронавірус. А так би, якби його не було, то все було б добре. Це така от думка. Я услышал. Ну, смотрите, Европа в каком-то виде все равно продолжит Евросоюз свое существование, поскольку по жутко запрещенному в Украине Марксу и Энгельсу для того, чтобы буржуазия, которая эксплуатирует другие страны, могла спокойно существовать, должно быть у нее два сдерживающих фактора. Первый фактор – это свободное перемещение трудящихся, что происходит в Европе, для того, чтобы не было критического накопления электората в одной отдельно взятой стране. Вот, допустим, как Эстония, Литва, Латвия, вся выехала там в Польшу, в Британию, те выехали в Германию, то есть идет постоянно... А все, дурачи, зараз повертаются. Вот. И второе, это поддержание колониальной администрации в ресурсных экономиках, это такие, как Украина. Тогда будет порядок.
Евроскептики своего добились по выходу Британии, британский exit, он же Brexit. Однако Британия очень тяжело со скрипом уходила из Евросоюза, сохранив с ними очень тесные связи. Поэтому как экономический проект Евросоюз вряд ли перестанет существовать. Он может поменять название, может произойдет перераспределение внутренних ресурсов, чтобы не тянуть на себе явно отстающие страны. Ну, а як тоді, ну, випадку, якщо дійсно, ми проєцируємо, якщо дійсно зараз Шенген закриється, що робити нашим хлопцям, дівчатам, бабусям, дідусям, які прагнули до Європи? Це, виходить, нам трошки на паузу треба буде встати з цим питанням? От, смотрите, да, якщо ми, звісно, говоримо о наших бабушках, вони за останні 5 років дуже привикли на кожні вихідні літати либо в Париж, в Лувр, либо в Венську оперу, пити кофе в Празі. Це тяжело, тяжело, но пандемія ужасного коронавірусу, яка уничтожує, просто косить людей мільйонами, вимушує нас, бабушкам, потерпеть, попытаться через онлайн-приложение, у нас идет эта диджитализация страны, то есть бабушка должна сейчас взять свой смартфон, там есть приложение, виртуально посетить Лувр, заказать себе пиццу, как бы ни в чем себе не отказывать, посидеть дома, как говорит наш мудрый президент, и все будет окей. Ну, депозиты отличные у бабушек, здоровье супер, как бы доставка еды работает. Ну, что не возмущается? Достаточно серьезно. От государства вообще поддержка просто сумасшедшая. Маски раздают, лекарства, все шикарно просто. Вот как раз дома только и сидим.